Всем привет, я Кира Лебедева, и этот блог, я надеюсь, вы будете делать каждый день перед уроком шими. Мы с вами немножко проработаем наше тело, разомнем его, хорошо потянем, особенно расслабим ноги, и буквально оно займет малое количество времени. Окей, мы всего будем делать по 8, я знаю, со мной непривычно, всегда все делаю по 10, но чтобы сократить время и больше уделить время уроку. Окей, мы тянем голову направо и по кругу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И в обратную. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Голову вниз и медленно в центр. И теперь мы перейдем на плечи. Плечи спереди назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в обратную. 8, я знаю, 7, я на 2 больше сделала. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Забираем пальцы и по кругу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В обратку. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Локти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Запястье. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пальцы вместе и каждый потянем вниз. Тут, слава богу, их всего лишь 5. 8 никак не получится. Из большого указательный, средний, безымянный, мизинец. Меняем мизинец, безымянный, средний, указательный, большой. И в обратную сторону. Мягкие колени, грудной отдел, вперед и вовнутрь. И 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И направо по кругу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В обратную. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И мы уходим направо, налево. Можно с рукой. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И ждем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поменяли. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Руки на крестец, ноги шире, таз вперед. И уходим назад на ровных ногах. И 7. Выдох. 6. Выдох. 5, 4, 3, 2, 1. И направо по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, еще 2, 7, 8. В обратку. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Медленно вниз и плавно наверх. И наш тазобедренный, правая нога по кругу. 8, 7. Руки можно поставить в любое положение. 5, 4, 3, 2, 1. Меняем. 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Меняем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Меняем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Коленка. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Меняем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8, 4, 3, 2, 1. И пальцы лепим к полу. Большой никуда не девается. По кругу вперед и вниз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Меняем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ноги на небольшой ширине. Правая нога уходит в сторону носком. Раскрываем руки. Хорошо втягиваем колени. Уходим на правую сторону и вниз. Смотрим наверх. Дышим. И уходим настолько, насколько нам позволяет наша нога, корпус, и мы спереди грудь выталкиваем к ноге. Дышим. Можно смотреть в пол. Можно смотреть в потолок. И теперь верхняя рука идет к нижней. И можно приподняться, главное, с ровной спиной. Мы не трогаем колено, мы трогаем или выше, или ниже. И теперь полностью опускаемся вниз. Можно дотронуться к полу. Расслабляется голова. И наверх. Медленно. И меняем. Раскрываем колени в себя. Лево. Вниз. Смотрим или в потолок, или в пол. Можно смотреть вперед, если вы чувствуете, что и в ту шея не поворачивается. Дышим. Колени стараются идти ровными. И теперь верхняя рука уходит вниз. Держимся. И полностью в пол. Расслабляемся с головой. И плавно поднимаемся. Окей. И теперь наши ноги. Раскрываем носочки в стороны. Опускаемся вниз. И руки изнутри от коленей. Не сверху, а изнутри растягиваем. И проверяем, чтобы колено и пятка были на одном положении. Дышим. Очень важно перед шеей хорошенько растянуть мышцы. И теперь поднимаемся, собираем ноги. Вы можете на что-то облокотиться, я возьму петли TRX. Вы можете облокотиться об стенку, стол. Я комфортно берусь, мне даже можно не хвататься за все петли. И мы подтягиваем правую ногу под себя и держимся. Если вы чувствуете, что вы можете баланс хорошо продержать, можно без петель. Колено под себя и тазобедренный хорошо толкая вперед. Кто чувствует, что ему недостаточно, коленку можно вывести за себя. Дышим. И теперь хорошо раскрываем нашу ногу и подтянемся. Можно наклониться немножко вниз. У кого в таком положении, тоже хорошо. Чувствуем, как коленка уходит немножко назад. Люди можно хорошенько вытянуть опорную ногу в колени. И вниз. Окей, меняем. И теперь левую ногу подтягиваем под себя. Дышим. Коленка, тазобедренный вперед толкаем. И уводим коленку назад, фиксируемся. И можно также поднять хорошенько, держимся. Тут еще и спина дополнительно тянется.
к себе. Окей, следующее. Вы также остаетесь, за что-то можно держаться. Хорошо, выводим нашу правую ногу вперед, на левой фиксируемся. Голеностоп правой ноги кладем на левую и уходим вниз. С ровной спиной. И мы не наклоняемся хилом и коленкой вперед, а мы уходим, наоборот, попкой назад. Держимся. Можно также дотронуться до пола. И теперь меняем. Левая нога. Фиксируем. И уходим вниз. Оп. Держимся за пол. И поднимаемся. Можно отпустить, за что вы держались. И теперь натягиваем хорошо правую ступню на себя. Выводим вперед. И левую коленку сгибаем. И уходим вниз. На сами колени мы не давим. Стараемся выровняться в спине и натягиваем правую ногу на себя. Ступню. И делаем то же самое с левой. Вниз. Вытяжение. Одна коленка ровная, вторая согнута. Стараемся выровняться в спине. И наверх. Делаем глубокий вдох. Выдох, вытяжение на носочках. Тянемся, тянемся. Уходим в пол. Наклоняемся вниз. И поднимаемся плавно наверх. Делаем вдох. Выдох к себе. Намасте. И...